Йо-хо-хо, матрос! Сегодня новое и эпичное видео. Мы играем в роли команды пиратского судна. У каждого есть своя задача. Кто-то управляет кораблем, кто-то ловит ветер в паруса, ну а кто-то драет палубу. Понравится игра и видео? Не забудь поставить лайк для продолжения и подписаться на канал. Мы слишком близко подошли к этой вот бухтящей жопе. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотри на это! Ну, не долетит, недолет. У тебя рядом. Это когда этот китайский фейерверк купил просроченный, вот то же самое происходит примерно. Антон, ты, падла, специально ближе к нему берешь. Да ну не весь вижу. Да я вот рядышком. Рядышком, он специально курс, он с В на НВ переложил курс, падла такая. Антон, череп слева. Да я поворачиваю на череп, Миш, все нормально. Данил, ты что, гребешь? Греби быстрее. Не получается. О, смотри, он перестал метать. О, когда вулкану мне, чем Антон. Что-то я сглазил. Ой-ой-ой. Вот сейчас реально опасно, очень опасно. Это ты, он попал или нет? Не, не попал. А вот сейчас. Ты куда, Антон? Перелет немножко. Прям надо мной пролетел. О, крокотау какой-то, посмотрите, завелся. Одинокий обрыв. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Пожалуйста, пусть прям в Антона попадет, чтобы он погиб. По делам этому волосатому гомосяку будет. Направо, Антон! Ебанумба. Я засмотрелся на кого-то. А ты, Данил, что не говоришь-то ничего? Я засмотрелся, пацаны там... Пацаны, нет, нет! Трындеска. Что такое? Что такое, Данил? Знаете что, посмотрите вниз налево, пацаны. Ну прикольно будет. О, что за... Это что за... Это вулкан жахнул по мне. Прям по мне попал, падла. Поднимайте якорь, уплываем отсюда. Поднимай, Антон, ты мудак просто. Как всегда мы страдаем из-за тебя. Нам нужны доски. Почему Миша чинит, Антон? Твой косяк, иди ремонтируй. Ты поднял якорь? Да, я поднял якорь. Пец тут дыр. Ребят. Данил, ты... Зря я доски вколачивал, я понял. Ты ход сбрось, Антон, я тебя не догоняю так. Миш, нам нужно сбить дезертира. Нет. В смысле дезертира? Ты к вулкану подплыл, а не я. Миша, вы чё? Да это всё за тебя, Антон, теперь на шлюпке плыву, блин, на какой-то. Да ты сам на шлюпке, блядь, съел, я поднимаюсь, тебе нету. Где вулкан? Гребаный вулкан. Дырка! Ой, блядь! Куда, Антон? Миша, якорь дыркой, Миша! Да, конечно, давайте, русала, ищите. Данил! Охрененные у нас тиммейты. Иди в жопу, Антон, я без тебя поплыву. Миша, подожди нас, ну ё-моё. Уплыл без нас. Ты посмотри, я вижу, куда отдаляется. Ох-хо-хо, я как Джек Воробей. Ты в один, а ты посуди не оставь. Это мы как Джеки мудаки через девятый вал. Миш, тут волны шире, чем ты, Миша. Как там корабль с алыми парусами назывался? Череп исчез? Нет, нет, Миша, нет, прямо. Нет. Он прямо по курсу, даже я его вижу. Да кого ты зажимаешь? Ёба, народ! Пацаны! Что случилось? Нет! Что случилось? Наш корабль неуправляемый уплывает без экипажа. Ебанумба, охрененная команда. Антон, ищи русала, задолбал, где русал-то? Давай скорее, что у вас там происходит? Антона смыло, он за борт. Я буду ждать. Я успел. Ты успел, Миша? Ты прикинь, пока на шлюпке русал не появляется. Ну да. Так а что ты? Давай сюда. В жопу вашу шлюпку. Нет, только сюда. Смотрите, ребят, чтобы все было хорошо, сразу говорю, что на корабле должен быть один человек. Трое дерутся на острове, один находится на корабле, который следит. Я умею стрелять. Который следит за тем, кто приближается, и следит за тем, есть ли пробоины в корабле. То все да. Просто решается тем, что по очереди будем следить за кораблем, меняться. Что, о, мы почти пришли. Вон он, форт, у них форт небольшой, вроде бы легкодоступный. Так что нормально все будет, возьмем быстренько. Главное, сначала... Саня... А что у нас на право повернуто? Да, я не знаю, Саня повернул. Мысли, я на они, короче, в разные стороны, походу, чтобы КПД увеличить, на всякий случай. Давайте налево перекладываем. Аэродинамика, бля. Кто сейчас на корабле останется и будет следить за ситуацией с кораблем и за подходящими кораблями?
Антон, ты за штурвалом, ты смотри. Погоди, а череп над ним? Я не знаю, сейчас нас... О, уже пушки поднимают, отлично. Уже я вижу одного скелетона. Да. Едь на берег. Я на берегу, я вижу скелетов. Дырка. Посмотри за побоинами, Антон. За побоинами посмотри, Антон. Миша, я плыву. Короче, Миша деактивирует пушки. Я мочу всех остальных. Я деактивирую пушки на берегу. Все, я деактивировал пушку одну. Саня, сюда давай, светом буду светить. Возле фонари, возле света. Черт. Мочите их. Саня, с бочкой идет к тебе. Ядрить, мадрить. Я взорвал его вместе с другими скелетами. Иди сюда, иди ко мне. Давай, Саня. Бомби его. Мочи его. Вижу их. Бом! Бомби петушка. Мочи. Красавчик, все, где все, еще? Все, найс. Вы можете, внутри, пацаны? Внутри. Сейчас еще новая волна, говорю. Готовьтесь. Пока еще не хана. Ох, черт, я свалю. Нифига себе, они с первого раза не погибают. Где мои бананы? Да что нажимается? Да ладно. Блин, нужны... Ой, ебаных там. Ой, там ох, призраки, черт. Ребят. Да, капец. Пацаны, я свечу на них, давайте, убивайте. Я умер, блин. Все, пока. Я ухожу. В смысле? Пока он не придет на корабль, не уходи. Новая волна. Я активировал волну. Новая волна, ребята, давайте. Вот сюда вынимаем, сюда, пацаны. Сань, помнишь где? Вон еще один с бочкой. По бочкам стреляешь. Да, я тоже по бочке выстрелю, ни хрена. Блин, не получилось. Вот с бочкой. Заряжай, запихивай. Да он не умер. Есть. Блин. Хорош. Взорвался. Сюда, прям на меня. Давай. Так нормально? Да, самое. Хорош главное. Просто, давай еще. Тимплей. Огонь что, по ним. Только вы ядра нужны. Пошел отсюда! Говняк! Все, у меня закончились. На борту осталось два ядра. Вообще всего два ядра? Да. Я вам говорил, пацаны. Ребята. Так, пацаны, так. Сколько еще волн будет? Я не знаю. Еще, одна волна. О, золотые, пацаны! Все, давайте к кораблю. Это их воду надо. Их только выманивать надо. Кораблю давайте. Воду, пацаны, воду. Стреляй, Миша, огонь. Погоди, пусть в воду зайдут. Сюда идите. О, давайте. Минус просто куча. Еще давай. Вот они. Огонь. Хорош, давай еще. Они даже не с первого раза умирают, прикиньте. Они от ядра реально погибают. Во, давай. Попал. Чуть ниже возьми тогда. Пацаны, вот. Есть. Хорош. Вот еще, давай еще. Вымани сюда. Закончились ядра. Я иду, у меня есть ядра. Три попадания сделал по нему, он до сих пор не сдох, прикиньте. Да, не четыре. Я здоровый кауч. Блин. С мушки это четыре попадания нужно ему. О, убил. Блин, опять стреляют. Да хватит. Форта стреляют. Откуда? Это водяные, их воде нельзя убить. Блин. Да, кто-нибудь, отправьтесь туда. Антон. Внизу открывать надо, иди сюда, открывай. Наконец-то мы это сделали. Я открываю, три. Давай. Один. Охренеть, мы открыли цитадель, пацаны! Ебой! Офигеть тут всего! Главный сундук! Редкий чай беру. Скелеты, черепа, тут капец. Так, давайте я буду на корабле, буду охранять все. Давай, Миша. Ты что, мы такие красавцы! Антон, Саня, сначала специи вытаскивайте. Специи самые дорогие. Самый главный, типа, ящик у Миши, типа, он очень дорого стоит. Он... Пацаны, тут трындец, сколько всего много. Тут куча черепов сундук. Разнообразных, книги какие-то. Да. Реально. Слушай, красавчик. Но, блин, мы взяли форпост, это и явно... И расцветает как раз. Да, красавчик. Да, пацаны, прикинь, честно, Скракен заберет. Да замолчи! Да. И гаркай! Там Миша уже умирает, блин. Ну это прям реально, это вот прям мы еще не брали цитадель. Мне кажется, тысяч за 5 мы подадим один сундук, самый главный, или за 10 даже. Так у нас еще куча всего. Все забрали. Отрикошетило, я понял. И никто не знает. А, корабль! Фрегат! Пацаны, давайте уплывем. Пока идет боком, но близко к нам. Черепа забирайте, черепа забирайте. А нет, это корабль-призрак. У нас в капитанской каюте просто сияние черепов какое-то страшное. Да. Знали отсюда, пацаны. Там последний сундучок. Миша, найди пока форпост ближайший, или ты, Антон. Я сундук забираю последний. Там маленький сундучок серебряный возле пороховой бочки. Я смотрю, чтобы никого не было. Давайте, пацаны, на корабль все. Форпост. Сколько это будет стоить, интересно все? Мы взяли просто сраную эту... Цитадель. Да, так, я поднимаю один парус. Я скажу, когда якорь дыркать.
Мы не заедем, да, нормально? Поднимай, ну, поднимай хотя... парус, передний парус подними. Направо, направо. Данил. Якорь, готовьтесь, якорь, встаньте кто? Якорь, дырка, якорь. Якорь, пошел. Якорь. Хорош, идеально. Ну, почти. Ну а кто, зачем ты повернул? Ребят, готовы считать, сколько это? Давай. Давайте, давайте, да-да-да, будем сейчас считать. Блин, надо мне нужно к жрице тащить какой-то. Так, да, продал так. Сундук, но это самый дешевый. Это на самый дешевый. 200! Фу, самый дешевый. Да, так, вот специи, чьи, все шелка не самые дорогие. Ящик, так, полторы тысячи. Продать череп. 2700 еще за... А череп 2700 стоил, пацаны. 2700 череп стоил? Офигеть, ребята. Ты называешься вообще? Ямана Штормит. Сундук тысячи кружек. Давай, продавай, мне ж интересно. Златодержцам или кому он? Ну, сейчас посмотрю. Да, да, да. Вот кому. Я дойти не могу, блин. Боком пойду, так быстрей. Мальный мастер Дарифта. Чай, еще дешевый. Забирай его. 333. 855 ну, дали за него. Ну, 25к просто подняли, нормально. 20. Ребят, ну что же, на этом все. Это были Пираты Морей. Понравилось видео, хочешь больше таких с тебя, конечно же, лайк, подписка на канал и комментарий, что тебе понравилось. С вами был Квантум, Кратос и Мехакер. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока! Пока! Эй!